Итак, на подобных скутерах, если вы установили сиденье и оно у вас никак не фиксируется, и можно его вытащить легко и просто, подняв вверх, то значит, вы установили его неправильно. Для правильной установки вам понадобится сделать так, чтобы вот этот вот ограничитель, который сейчас стоит внутри, вот, попал за вот этот фланец. То есть, что нужно сделать? Нужно приподнять само сиденье. Приподнимаем само сиденье вверх. Дальше отжимаем полностью вот этот фиксатор, опускаем вниз и отпускаем его. Вот сиденье зафиксировалось. И дальше фиксируется в заданных положениях на фланце. Выглядит это таким вот образом. Вот он, приваренный кусочек стопора. Когда вы его поднимаете ручку вверх, он отсовывается и перескакивает на следующий шаг. Таким образом кресло фиксируется в нужном вам положении. Вот сейчас оно зафиксировано, вы его не сможете вытащить, пока не отожмете вот этот вот стопорный механизм. Вот и все.